Это Алиса. Привет. Вы на канале? Привет, Алиса. Что мы сегодня будем делать, Алиса? Прическу. Сегодня мы будем делать прически. Прически из вот такого набора Play-Doh. Давай покажем набор. Давай покажем набор Play-Doh. Вот такой набор прически. Давай открывать. Да? Да. Сядь, я тебе сюда. Сейчас все высыпем. Вот. Вот что есть, показывай. Это что такое? Это человечки, которым мы будем делать прическу. Давай их откроем. Это малыш. Это малыш. Это малыш? А это кто, мама и папа? Да, вот это похоже. Это папа. Мама. Папа. А это похоже папа. А это похоже мама. А это похоже мама. Только сядь, пожалуйста. А это похоже малыш. А это похоже малыш. Давай, покажем малыша. А, это на что похоже, Алис? На что это похоже? На что? Это кресло, чтобы их посадить в парикмахерскую и сделать им прически. Вот малыш. Вот это малыш. Какой цвета? Обезьяне. Подожди. Дядя. Мы достанем кусочка. У нас есть набор. Давай сначала достанем все вот это. Это больше. Это машина. Это не машина, это машинка, чтобы волосы стричь. Машинка, чтобы стричь волосы. Ну да. Ну давай соберем кресло. Смотри-ка. Да, подожди, давай покажем сначала все, что есть в наборе. Вот, в наборе у нас есть вот такое кресло парикмахерское. Есть вот такие штуки, чтобы делать прически. Одна вот такая. Вторая для девочки вот такая. Да, это вот так. Ты сейчас увидишь. Я открываю за тебя. У нас есть оранжевый. Еще какой есть, Алис? Зеленый. Зеленый. Еще какой? Фиолетовый. Фиолетовый. Это? Это. Это какой? Жай. Ну, здрасте, Алис. Этот. Это же синий, блю. Синий, ты что? Блю. Это? Розовый. Розовый. А это? Абази. Оранжевый? Нет, вот это оранжевый, а то желтый. А это желтый. Какой я говорю? А какого ты хочешь? Кого ты сначала хочешь делать? Маму, папу или малыша? Малыша. А какого цвета ты хочешь волосы сделать малышу? Это. Зеленые, хорошо. Давай сделаем зеленые. Нужно открыть зеленый пластилин. Давай помогу. Осторожненько, да, это только коробочки открываются. Лучше давай мама. Юбка. Очень это юбка. О! Да, но это не совсем так. Смотри. Я тебе сейчас покажу. Смотри, Алис. Нужно зеленый пластилин. Алис, смотри. На, накладывай сюда зеленый пластилин. Бери, накладывай вот сюда, не весь, отламывай кусочек и накладывай. Так, хорошо, вон туда внутрь накладывай еще. Побольше. Ты хочешь длинные волосы малышу или короткие? Короткие. Короткие, ну тогда уже хватит, да, хватит, а то будет слишком длинное. Давай мне оставим пластилин, я положу в коробочку. Ну
подвигай сюда кресло. Давай, кресло подвигай. Нет, кресло подвинь сюда. Так, давай посадим малыша на кресло. Подожди. Вот мы посадили. А теперь крути ему, крути вот эту ручку вот туда. Вот так крути. Крути еще. Волосы. Там волосы. Там волосы. Ну-ка, ну-ка, крути. О, давай вместе. Ой, смотри, что происходит, Алис. У него отрастают волосы. Вот это да. Наш малыш обрастает волосами прямо на глазах. Какая красота, смотри-ка. Что, слишком длинные выросли? Да. Ну, давай обрежем скорее, давай. Подожди, давай, наверное, его снимем уже с этого кресла, да? Сейчас, подожди. Все, как я села. Ну, покажи мне, что получилось с нашим малышом. Давай посмотрим. Ого, какая у него прическа. Слушай, по-моему, здесь чего-то... Подожди, давай сначала его пострижем. У него слишком длинные волосы для мальчика. Алис, это маме, это маме. Маме потом сделаем. Садись. Давай, садись. Это гуси папе. На-ка пострижи. На-ка постриги ему немножко. Смотри, у него слишком длинные волосы. Подожди, вот так вот краешки постригай. Краешки, так, и вот здесь немножко. Вот, молодец. Так красиво, ну хорошо, давай сюда, давай покажем, как красиво. Алис. Дай папе. Хорошо, дай, пожалуйста, малыша, я покажу, как ты красиво сделала. Покажи-ка, давай. Вот, Алис говорит, что так красиво. Ну, пускай будет так красиво. Давай, кому теперь будем делать еще прическу? Или маме. Хочешь или маме? Папе. Маме или папе хочешь делать? Хочу делать бантик. Бантик? Мальчику. Кому ты хочешь сделать бантик? Кому ты хочешь сделать бантик, Алис? Хочу. Малышу бантик. Давай, розовый? Да, розовый. Розовый бантик. Хорошо, давай сделаем бантик. Давай-ка покажи мне, какой бантик мы сделаем малышу. Вот такой бантик. Давай, наплюю для этого стелить сюда на бантик, чтобы получился розовый бантик. Появился. Хорошенько прилепляю его сюда. Давай. Вот так, смотри, вот сюда налепляю. Все, молодец, давай посмотрим. Наверное, уже получился бантик. Подожди. Подожди, я только лишнее уберу вокруг. Вот, давай достаем бантик, посмотрим. Ой, какой красивый розовый бантик. Смотри-ка. Ну на, прилепи малышу бантик. О, ты ему сзади бантик сделала. Очень здорово получилось, очень красиво. Ну вот, бантик у малыша сзади. Какой, какой? Не мама или папа? А ты кто хочешь, кому хочешь делать? Мама. Мама, это папа. Какого цвета волосы ты сделаешь папе? Это. Гайди, какой цвет? Блю, ну молодец, это синий цвет, блю. Давай его откроем, давай я открою. Папе вот это будет, хорошо, давай сделаем папе вот это. Для этого не нужно кресло, мы должны сюда положить постель. Но здесь два цвета, смотри, синий и фиолетовый. Смотри, давай сделаем папе половину волос синий, половину фиолетовый. Да. Положим сюда синий. Ну-ка, она хорошенько размазывай синий туда, накладывай. Накладывай хорошенько. Подожди, так это же для девочки, Алис. Эта штука для девочки. Это надо маме сделать такую прическу тогда. Нет. Да, это для девочки. Смотри, это хвостики. Видишь, хвостики вот здесь. Это для папы не подойдет, это будет для мамы. Давай сделаем маме. А папе мы потом сделаем другую для мальчика. Ну, как у тебя получается? Получается? Нет. Нет, ну давай я помогу. Ну что, давай попробуем, посмотрим, как получится. Прическа синяя с зеленым. Подожди, потихоньку лишнее убрать. Да, подожди, подожди, там все свалится. Нужно посильнее его здесь вот давить.
Лопаты теперь нужно, подожди, лишнее убрать и аккуратненько открыть. Алис, не торопись очень сильно, а то мы все отломаем раньше времени. Подожди. Аккуратненько. Посмотри-ка, что получилось. А маме вот, это? Мама такая красивая получилась. Посмотри, какая красивая. Ну-ка, давай покажем. Вот, у мамы очень красивая прическа. С одной стороны зеленая. Край папки, да, а сзади вот такая синяя. Край папки, вот такая замечательная. Край давай папе, ну папе давай другую сделаем какую-то. Может быть такую, или мы папу на кресло посадим. Может, на кресло? Вот это хочешь? Да. Давай, хорошо, давай сделаем. Давай папе... Солита, красиво. Очень красиво. Давай сделаем папе какие волосы? Оранжевые или фиолетовые, Алис? Или с одной стороны оранжевые, с другой фиолетовые? Я. С какой? Как, какие? Вот эти? Эти. Хорошо, эти. Подожди, давай ее откроем. Это. Да. Давай, с одной стороны мы положим. Фиолетовый пластилин. Тут. Хорошо, на, раскладывай хорошенько фиолетовый. Наполняй хорошенько. Вот так. Молодец. Да, с другой стороны мы сделаем оранжевый пластилин. Чтобы у папы была очень красивая прическа. Давай, с другой стороны делай оранжевый. Молодец. Давай еще немножко, да? Фиолетового тоже еще немножко нужно сделать с другой стороны. Ну что, получилось? Подожди, дай покажем, Алис. О, какая красота! Вот такая у папы красивая прическа. С одной стороны оранжевая, с другой фиолетовая. Очень красивая. В общем, вот такой малыш с зелеными волосами и с бантиком сзади. Хочешь малышу вперед бантик прилепить? Вот так. Ой, как красиво. Ну-ка, давай посмотрим. Малыш у нас все-таки это оказался маме. Девочкой, потому это что... Маме. Давай тоже маме сделаем бантик. Давай. Маме тоже нужно это красивый бантик. Это косичка. Ты хочешь маме косичку сделать? Давай. Ну-ка. Давай посмотрим, какая косичка получилась. Пытаться. Давай, прилепи маме косичку. Куда мы сделаем косичку? Давай, с какой стороны? Сзади, может, спереди давай сделай где-то. Давай вот сюда сделаем косичку. Малышу. Нет, не хочешь? Малышу косичку? Ну, давай малышу. Покажи. Красиво получилось, покажи. О, у него еще и косичка у малыша. И бантик, и косичка. Ну, просто замечательный малыш получился. Такой нарядный, красивый. Это у папы было. Это у папы было. Давай сделаем еще маме теперь бантик, Алис. Да. Розовый, давай. Это где-то. Какой, оранжевый? Ну, давай два можно сделать. Оранжевый и розовый, Алис. Покажи мне, ты какой делаешь. Вот такой хорошо. О, а малыша глазик. У малыша тоже. У мамы. Сядь-ка, а то не видно. Ой, что-то у малыша повысыпались немножко волосы. А? Вот тут приклеишь, хорошо. И вот у мамы два бантика получилось. Один розовый, один оранжевый. Вот такие красивые бантики у мамы. Розовые, оранжевые. А сзади у нее волосы синие. Ну что, у малыша бантик не делается? Не получается бантик? Ну давай его побреем, Алис, и сделаем ему новую прическу. Давай, смотри, Алис. Смотри, бритва есть у тебя. Алис, у тебя есть бритва, ты можешь ему побрить волосы. Ну-ка, смотри-ка, давай косичку пока уберем. Мы ему сделаем сейчас новую прическу, чтобы она лучше держалась. Это как-то плохо держится. Давай, сбрей ему все волосы бритвой. Ну-ка, давай. Ты знаешь, когда детям 2 годика, им иногда состригают волосы, чтобы они хорошо потом росли. Вот, или вернее нет, когда детям годик исполняется, им состригают волосы для того, чтобы потом выросли хорошие.
Ой, ты ему все волосы побрила, молодец. Теперь мы ему сделаем другого цвета, да? Какого цвета сделаем? Какого ты хочешь цвета? Подожди, давай, какого цвета сделаем? Бантик потом, сначала нужно прическу. Ну давай желтый, еще ни у кого нет желтых волос. Алис. Ой, сколько у мамы много бантиков. Смотри-ка, мы сейчас делаем малышу. Подожди-ка, мы сейчас сделаем малышу новую желтую прическу. Ну-ка, давай-ка, крути. Нет, еще не все, Алис, волосы-то не выросли, смотри. Вот они растут, смотри, какие красивые. Они немножко зеленые, немножко желтые. Давай, крути, крути ручку. О, вот это да, смотри-ка. Вот какие красивые получились у малыша волосы. Сейчас мы его вытащим. Давай, подожди, 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 сейчас он сам будет. Вот у него теперь вот такая прическа стала. На, украшай. Теперь его можно сделать заново бантики. Да? Здесь есть бантики. О, есть корона. Алис, может мы ему корону сделаем? Это будет принцесса. Кто это у тебя, девочка или мальчик, Алис? Это у тебя малыш девочка или мальчик? Малыш, он девочка или мальчик у тебя? Какая будет девочка? Алис. Малыш. Малыш. Ну малыш, он или девочка, или мальчик. Кто он, девочка или мальчик? Малыш. Он малыш, хорошо. Он просто малыш. Он не девочка, не мальчик, а малыш. Ну ладно, тогда ему можно сделать корону все равно. Мы ему немножко подровняем. Я ему немножко обрезаю волосы лишние. Нет, уже все, уже выросли все волосы. Алис, теперь нужно взять ему корону. На кресло уже не надо сажать. Так красиво. Ну хорошо, ну давай сделаем ему еще корону. И будет совсем красиво. Вот такую розовую корону. И малыш будет принц. Смотри. Ну да, волосы с него насыпались. Ничего страшного, мы сейчас все соберем. Смотри-ка, Алис, наш малыш теперь принц или принцесса. Мы не знаем, потому что он еще маленький. Вот, такой малыш. С короной, видишь? Вот такая получилась мама, вот такой малыш. Давай я поближе покажу. Вот такой малыш с короной. Вот такая мама. Вот такая мама с бантиками, с зелеными и с голубыми волосами. Но самый красивый у нас получился папа. Он с таким ирокезом. Вот, у него с одной стороны оранжевый ирокез, а с другой фиолетовый. Папа у нас очень-очень модный и самый красивый. Скажи всем пока. Всем пока. Помаши. Подписывайтесь на наш канал. Планета Алис. Планета Алис. Пока-пока.